Артур Валерьевич, здравствуйте. Нет звука у вас. Подключите микрофон, пожалуйста. Мне кажется, звук должен был появиться. Смотрите, пожалуйста, послушайте, есть ли звук. Сейчас есть, сейчас есть. Сейчас есть, отлично. Даниил, да. добрый день. Добрый день. Есть звук. Отлично. Ну и стремительно растет число наших участников. Это очень приятно. Коллеги, всем еще раз доброе утро. Уже теперь слышно меня, и я это понимаю. И поэтому давайте начнем. Время на часах 10:01. А это значит, что наш всероссийский инклюзивный фестиваль «Люди как люди», который впервые проводится в дистанционном формате, он сейчас дает старт. И меня зовут Артур Валерьевич Хаустов. Я являюсь директором Федерального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра. И, естественно, как всегда, от лица Федерального ресурсного центра я вас от всей души приветствую. Я рад вас видеть, по крайней мере, ваши фамилии, имена и отчества на экране своего монитора. Надеюсь, что сегодняшний день пройдет очень интересно и плодотворно для нас, для всех. Прежде всего, хочется сказать о том, что мы с вами находимся на инклюзивном фестивале, еще раз, «Люди как люди», еще раз, да, посвященном распространению информации об аутизме. Что касается этой тематики, конечно, ей уже довольно много времени, ей довольно много лет, и в том числе в России этим вопросом занимаются уже несколько десятков лет, достаточно активно отдельные организации, в том числе и Федеральный ресурсный центр, вопросом аутизма занимается 25 лет. И за это время, конечно, произошли большие сильные изменения от практически того момента, когда широкая общественность, специалисты, родители практически ничего не знали о таком, о такой проблеме, как аутизм. И до настоящего времени, когда слово «аутизм» на слуху, оно всем знакомо. Сейчас мы знаем, что есть много фильмов современных, в том числе и посвященных аутизму, и в них присутствуют персонажи, герои, которые имеют расстройство аутистического спектра. Таким образом, за те 25 лет, о которых мы сейчас говорим, прошли очень серьезные большие трансформации. И я пришел в Федеральный ресурсный центр работать 17 лет назад, и тогда мы уже практически сразу начали проводить различные образовательные мероприятия, различные курсы повышения квалификации. Тогда очень мало кто знал действительно о том, что такое аутизм. И когда я спрашивал аудитории, скажем, 20, 30, 40 человек, скажите, кто в курсе с числа специалистов о том, что такое аутизм, отдельно 2, 3, иногда 4 руки поднимались, и делалось это с некоторым таким неудобством по отношению к другим. Ну вот мы как-то вообще-то слышали, а вот, ну, собственно говоря, мы много что об этом не знаем.
Сейчас времена изменились, и со временем за последние 17 лет мы по-прежнему проводим курсы, как вы знаете, по-прежнему проводим широкомасштабные мероприятия. И сейчас, конечно, не только специалисты, все, с кем мы работаем, знают о том, что такое аутизм. Очень многие с такими ребятами работают. И очень большое число специалистов работает достаточно неплохо. И они, собственно говоря, проводя такое некое самообследование, оценивают свои компетенции на 5, 6, 7 баллов по 10-бальной шкале. Таким образом, сейчас информация об аутизме, она значительно более распространена, чем раньше. И, конечно, это во многом связано с принятием в 2012 году федерального закона об образовании, согласно которому ребята с аутизмом стали такими же равноправными детьми в сравнении с другими категориями детей, которые имеют право на качественное доступное образование. И начиная с 2012 года по настоящий момент, по 2020 год, тоже произошли очень большие трансформации в системе образования. Практически все в системе образования знают о том, что такое сейчас расстройство аутистического спектра. Во всяком случае, слышали эти три слова. И менялось отношение в течение этого времени у специалистов. Начиная с активного сопротивления, то есть мы понимаем, что раньше, до 2012 года, ребята с аутизмом, фактически у них не было зафиксировано документально нормативно-правовой базе таких же прав, как и у других ребят. И, соответственно, они часто не попадали в систему образования. И начиная с 2012 года, мы прекрасно понимаем, что специалисты столкнулись с вопросом о обязательной организации образования для таких ребят. Естественно, было много трудностей, сложностей, в том числе идеологических, мотивационных. Нужно было принять эту новую ситуацию, то очень непростые ребята, очень интересные в то же время ребята приходят в систему образования, и с ними нужно учиться работать. Конечно, это требует особых знаний, особых знаний методов работы и умений их применять на практике. Таким образом, с 2012 года произошло серьезное изменение, и от ситуации сопротивления нововведениям большая часть системы образования перешла в понимание того, специалисты перешли в понимание того, что сейчас ребята с аутизмом имеют такое же право на образование, как и все остальные ребята. Это понимание привело к тому, что все специалисты, которые нам сейчас известны, а в базе данных Федерального ресурсного центра сейчас более 10 тысяч специалистов, которые посещают наши открытые и закрытые образовательные мероприятия, все эти специалисты, все вы учитесь работать с такими детьми. И я уже вижу, когда мы приезжаем на курс повышения квалификации, совсем недавно мы были с большим хорошим курсом в Нижнем Новгороде, то даже те, кто еще не работают с ребятами с аутизмом, понимают, что этому как минимум нужно учиться, а на самом деле у многих есть желание и высокая мотивация, без которой работать с такой категорией ребят очень сложно, я бы сказал, без мотивации просто невозможно, да и незачем. Таким образом, серьезно прокачиваются специалисты, работающие в системе образования. Это нас, как Федеральный ресурсный центр, не может не радовать. И мы с большим удовольствием продолжаем наши образовательные мероприятия, в том числе сегодня, 2 апреля, а также завтра, 3 апреля, в дистанционном формате. Хочу сказать два слова о подготовке, которая была в течение этого времени. Мы первый раз начали подготовку к этому фестивалю практически загодя. То есть как только закончился предыдущий, мы, начиная с 3 апреля, договорились с организаторами другими фестивалей о том, что мы начинаем загодя подготовку к нему. И планировалась большая, очень интересная очная программа с включением десятков регионов по всей России. Эта очная программа, надо сказать, не отменилась, а перенеслась. Я об этом скажу еще немножечко попозже.
Но в связи с известной ситуацией произошли изменения, и изменился не только формат фестиваля, но изменилось содержание фестиваля. Кстати говоря, мы благодарны обстоятельствам, которые нас подвигли к тому, чтобы попробовать такой формат фестиваля в дистанционном режиме. Мне кажется, это очередной рывок, очередная ступень развития в жизни Федерального ресурсного центра, ну и в жизни, конечно, наших партнеров, которые являются соорганизаторами. Говоря об изменениях в содержании, конечно, содержание поменялось, и мы достаточно быстро попытались среагировать на ситуацию перехода большей части Российской Федерации на дистанционный режим обучения и помощи детям с расстройствами аутистического спектра, поэтому сегодня в программе вы видите много мероприятий, посвященных не просто образованию, обучению, воспитанию ребят с аутизмом. Вы видите, что будут мастер-классы и будут вебинары, как раз посвященные дистанционному обучению и сопровождению ребят с аутизмом, что, конечно, является реакцией нашей оперативной реакцией на текущую ситуацию, когда ребята вынуждены учиться за экранами компьютеров. Сейчас у нас в дистанционном формате доступно 9 вебинар-площадок, 9 онлайн-площадок по всей России. Из них одна площадка московская. Эта площадка московская делится на 3 ветки. И на московской площадке, одна ветка из которых у нас в Федеральном ресурсном центре, одна посвящена другим проблемам медицинского сопровождения, реабилитации, и третья непрерывному сопровождению ребят с расстройствами аутистического спектра. Все эти три ветки, они сейчас доступны для вас, и вы можете побывать на каждой из них. В чем же специфика нашей ветки? Наша ветка, она посвящена специально образованию, она посвящена обучению и воспитанию ребят с расстройствами аутистического спектра. Именно сегодня будет эта основная тематика в течение всего 2 апреля. Что касается 3 апреля, то 3 апреля будет посвящено теме социокультурной интеграции. И на этом же канале вы можете увидеть большое число мероприятий наших партнеров, которые поделятся своим опытом по социокультурной интеграции ребят, обучающихся, детей, подростков, взрослых с расстройствами аутистического спектра. Это касается и организации культуры, это касается и разных общественных мероприятий, это касается спортивных мероприятий, многих-многих других вещей, которые обеспечивают развитие детей и которые обеспечивают их досуг. Таким образом, сегодня на нашей площадке вы увидите тему, связанную с образованием, и завтра это в большей степени будет социокультурная интеграция. У нас, информирую вас о том, что на сайте Федерального ресурсного центра появился новый дистанционный модуль. Это модуль онлайн-консультирования родителей и специалистов. Этот модуль вы можете увидеть сразу, как только заходите на сайт Федерального ресурсного центра, на главной странице. Вы щелкаете на него, и в этом модуле у вас появляется достаточно приличное число полезных материалов, которые посвящены дистанционному обучению обучающихся с расстройствами аутистического спектра. И вы увидите, что есть, как всегда, возможность задать вопрос и получить консультации как по электронной почте, так и по скайпу. Ну и кроме того, безусловно, появился чат, и в чате вы можете задать вопрос в режиме онлайн, и в режиме онлайн вам дадут ответ на ваш вопрос. Это, конечно, тоже приурочено к 2 апреля, и дальше этот модуль сохранится, он будет работать в течение дальнейших месяцев и, я надеюсь, лет. Что касается того, когда заработает чат в этом модуле дистанционного консультирования,
он заработает с понедельника, который будет уже на следующей неделе. Теперь два слова об очной части мероприятий, посвященных 2 апреля. У нас большая, обширная, серьезная программа планируется. И просто немножко во времени эти мероприятия будут перенесены, в том числе главная площадка фестиваля «Люди как люди», которая планировалась третий год подряд на базе музея-заповедника, Государственного музея-заповедника Царицына. Эта площадка тоже состоится, и мы благодарим Департамент культуры города Москвы, а также Елизавету Хокину, директора Государственного музея-заповедника, который предоставляет нам такую замечательную возможность проводить большой фестиваль на много тысяч человек в очном режиме. Также я хочу выразить огромную благодарность, признательность нашим партнерам по фестивалю и по жизни, по профессиональной жизни Федерального ресурсного центра. Это, конечно, региональная общественная организация «Контакт». Я хочу выразить благодарность лично ее исполнительному директору Елене Вячеславовне Богородниковой, которая идет нога в ногу уже много-много-много лет с Федеральным ресурсным центром. И несколько лет назад мы объединились для подготовки фестиваля 2 апреля. И с тех пор у нас ведется большая интереснейшая работа. Каждую неделю мы на эту тему общаемся, разговариваем и думаем, каким образом его улучшить, усовершенствовать и стать, чтобы он стал еще более интересным. Елена Вячеславовна, вам большое спасибо. Также мы благодарим наших других партнеров, как с точки зрения организации, так и с точки зрения содержания тех вебинаров и мастер-классов, которые вы сегодня увидите, потому что очень широкий спектр организаций и очень широкий спектр специалистов, собственно говоря, представляет свой опыт. И сегодня мы, как всегда, абсолютно едины и предоставляем свою площадку федерального центра для того, чтобы этот опыт был транслирован. Партнеры, вам большое спасибо за это участие и за такие возможности. В завершение я хотел бы поблагодарить сотрудников Федерального ресурсного центра. Я открою вам секрет. На настоящий момент, вот на этой неделе, Московский государственный психолого-педагогический университет в соответствии с указами объявил нерабочие дни, и сейчас мы в нерабочие дни организуем этот замечательный фестиваль. Я очень благодарен сотрудникам Федерального ресурсного центра, которые в течение и всего года, и в течение последней недели, несмотря ни на что, вопреки всему, с большим интересом и энтузиазмом готовили эту программу. Коллеги, я надеюсь, что вы меня слышите, и мы продолжаем нашу работу. Переходя к содержательным мастер-классам, к содержательным докладам, к содержательным вебинарам, я хочу представить человека, очень важного человека в центре, руководителя направления социокультурной интеграции, если есть возможность, Евгения Владимировна Килькевич. Выйдите, пожалуйста, на связь. Доброе утро всем. Добрый день, Евгений Владимирович. Я очень рад вас видеть и сегодня. Мы только вчера вечером общались в очередной раз. Евгения Владимировна является не только руководителем направления социокультурной интеграции в центре, она является главным, основным координатором фестиваля «Люди как люди», вот уже который год в нашем центре. Это большая, очень интересная работа, да, Евгений Владимирович? Действительно так? Я сейчас не лукавлю. Большая и интересная. Нет, не лукавлю. И драйвовая, абсолютно. Особенно много драйва было в этом. И Евгений Владимирович, в этом году особенно много, да? Да. И Евгения Владимировна в эти два дня, 2 и 3 апреля, будет основным ведущим нашей вебинар-площадки. Поэтому я с большим удовольствием передаю слово Евгении Владимировне вам. Ну а коллеги, которые сегодня на онлайн-связи с нами, участники нашего всероссийского инклюзивного фестиваля «Люди как люди», еще раз пожелаю вам интересных двух дней,
продуктивных 2 дней и дальнейшего использования тех полученных знаний, которые вы получили в ходе этих вебинаров, мастер-классов, в вашей дальнейшей работе. Интересной работы, хорошего настроения, драйва и мотивации. Желаю вам удачи и остаюсь с вами, но уже не на экране. Спасибо большое, Артур Валерьевич. Артур Валерьевич очень хорошо и полно обрисовал картину всех организаторов и партнеров фестиваля «Люди как люди». Как никогда в этом году мы почувствовали единство нашей команды, действительно, в новых условиях полностью перестраивать уже готовую программу, переводить ее в дистанционный режим. Это была напряженная работа, но мы надеемся, что мы с ней справились, и это предстоит оценить вам в ближайшие дни. Сама содержательная часть была во многом перестроена под реалии, которые буквально на всех нас обрушились в последние дни, да, и поэтому очень много будет в сообщениях, вебинарах, мастер-классах специалистов о том, как можно помогать нашим детям, семьям, как можно работать дистанционно, да, каким образом это осуществлять лучше всего. И, конечно же, первые вот эти недели удаленной работы больше всего были сложны с точки зрения психологической перестройки, да, мы все почувствовали, да, почувствовали на себе, как это сложно быть в мире в полном неопределенности и полностью выстраивать свою жизнь совершенно по-новому. Каждый день буквально что-то меняется. Да? И, конечно же, основная нагрузка в первые дни ложится на психологов, на психолого-педагогические службы, которые работают с детьми, с семьями, с аутизмом. В самые же первые дни наша психолого-педагогическая служба Федерального ресурсного центра выпустила рекомендации по работе. И существующая у нас уже не первый год консультационная диагностическая служба, которая принимала семьи с детьми с аутизмом со всей страны, тоже перешла на дистанционный формат. О том, как это происходит, я бы хотела сейчас дать